Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. Продолжаем играть игру Cuts. Итак, чемпионат завершен. Я пришел на 19 этап с 6 позиции. Ну что же, ребята, давайте продолжать. Доступны детали. Вы разблокировали более мощные детали, и тем более я беру наклеечку и вскрываю ящик. Ну, ничего хорошего пока я не вижу для себя. Ладно, посмотрим, что у меня дальше из этого всего выйдет. Ну что ж, давайте глянем с вами статистику, где я там нахожусь. А нахожусь я в данный момент на 5-й позиции. Ясно. Так, у меня здесь детальки есть от спонсоров. Давайте посмотрим. Шкив, классика, титан, импульс, дрель, диск. Ага, комплект мощности. Хорошо, ну и еще обычный ящик откроем, посмотрим, что в нем будет. Так, диски, ракеты, пирамида. Да, ничего хорошего, к сожалению. Ну что ж, наверное, приступим, ребята, сразу с вами с чемпионата. Посмотрим, насколько мы здесь вообще крепки. Поехали. Так, Рома, значит. Ну, Рому мы раздеребанили. Сами видите, что здесь у него не было вообще шансов никаких. Футболист. Так, футболист, футболь, тихо. Ага, нормально, все, футболиста мы тоже разобрали. Так, да, здесь, конечно, не получилось у меня запрыгнуть сверху. Ой, Евгений тут, смотри, а, нет. Хотя, почему нет, сейчас он меня разобьет, ребята. Ха-ха, нет, не достал его, на пила до меня, поэтому он поплатился. Хомяк. Слушайте, хомяка мы тоже сейчас разбомбим. Я даже могу представить, что я буду сейчас как минимум на первом-втором месте такими темпами. Ух, великолепно. Спот сейчас тоже ко мне подкатит, и мы его разберем. Хотя не факт. Нет, факт. Так, ладно, Диметриус. О, Диметриус меня разобрал, к сожалению. И думаю, что Саут тоже меня разберет. Да, башни они такие, сами по себе очень крепкие. Но, тем не менее, 5 побед у меня. И я, ну, как я и говорил, на первом месте. Но, ребята, это ерунда. Сюда попасть, а теперь надо еще удержаться. Давайте будем набивать с вами медальки, которые мне... О, тихо-тихо, не поворачивайся! Нет, все-таки я успел его забомбить. Отлично получилось. Ладно, давайте еще. Сейчас нужны нам медали, ребята, как ни крути. Шейк. Ну-ка. Подкатывай, подкатывай. Нет, ну, в общем, здесь все понятно. Сейчас его стены просто размажут. И у меня будет еще одна медаль. Ладно, давайте пропустим этот бой. И так, все ясно здесь. Так, отличненько. Что у нас? Блин, зря я прекратил бой, я не получил медаль, ребята. Так, титан. Титан, титан. Ну, я думаю, что титана я здесь разберу. Да, все, в принципе, без проблем. Медалек у нас там дофиги еще у кого можно позабирать, но... Ну, удержаться бы мне на первом месте, естественно. Отлично, получилось у меня перепрыгнуть через этого, кто он-то? Ясквин. Все, Ясквина больше нету. И еще одна медалька. Так. 8 медалей у меня уже накопилось. Но, поверьте мне, это очень мало. Тут надо как минимум 13. И это только для того, чтобы чувствовать себя более-менее уверенно. Ладно, Диметриуса мы не победили. Хорошо, запомним. Но здесь, да вы посмотрите. Так, Шейка. Да, на нем я не закончил. Давайте подождем, пока его размажет стенка, чтобы хотя бы с него снять медаль. И, как говорится, не мозолил он мне больше глаза. Давай, давай, родная, бомби его, бомби. Ну, немножко отличненько. Все, разбомбили. Так, итого у меня уже 9, да? Да, 9 медалей. Но, как вы видите, Гловерин. Так, отличненько. Еще одну медальку забрали. Это уже 10. Одна защита в чемпионате у меня была. 10 медалей, это хорошо, ребята. Но, как видите, тут еще раз, два, три, три есть. У кого можно позабирать. Ай-яй-яй-яй, не получилось перепрыгнуть, к сожалению, этого аса. И он меня разбомбил. Ну, а так бы сзади бы я его, конечно, размазал бы. Если бы стоило мне перепрыгнуть через него. Все, схват. Пошли эти, как башни. С башнями я, конечно, пока
не могу посоперничать, уж больно они крепки, не роняются. Единственный вариант — это только через них перелетать без колес. Да. Best Mugger тоже меня забомбил. Ну что ж, поделаешь. Даже не знаю, что сделать, ребята. Надо или усилять. Давайте будем сейчас с вами что-нибудь думать. Так, это мое родное старое колесо. Хоть оно и зелененькое, но тем не менее дает небольшую прибавку к ХП. Тем более 25% к валуну. А я, как видите, на валуне. Так, ну теперь, наверное, будем вливаться с вами. 2920. Нет, естественно, моя турбина лучше. Давайте в нее вольем что-нибудь ненужное. Так, вот смотрите, ребята, у меня есть башня с тремя звездами. И что, если нам сделать, знаете что? Поставить ее как основную тачку. Посмотрим. У меня даже есть колесико под него. Давайте просто ради эксперимента так и сделаем. Поставим сейчас эту башню. Поставим колесико, оружие. Вообще посмотрим, как она будет себя вести в бою. Почему бы и нет, в принципе. Мы ничего не теряем. Детали у нас остаются при нас. В крайнем случае мы опять соберем свою машину. А сейчас просто сделаем экспериментик небольшой. Так, отлично. 26 хп. Ай-тя-тя-тя, как маловато. Ну, вот так вот будет получше. Почти 29,5 тысяч хп у нас. Теперь надо что-то из оружия поставить. И, наверное, я поставлю лазеры, да? Хотя они слабенькие. Ага, вот это еще более-менее. Но, как видите, у меня 13 энергии всего. Это очень мало. Что я могу сделать? 7 и 6. Ну, давайте вот это вот попробуем так сделать. Так, и... Блин, не хватает, ребята, не хватает мне одной буквально энергии, чтобы поставить. Слишком все жирно стоит по энергии. Ну, я могу, в принципе, что сейчас сделать? У меня есть коробки с энергией. И я могу одну коробочку, наверное, влить. Почему бы и нет? Так. Не то сделал немножечко, простите. Да что такое? Ха. Три чемпионата выиграл, пока тут рассусоливался. Блин, меня уже на второе место, ребята, скинули. Давайте один этот чемоданчик вот так вот. Ну что же, теперь 6 из 14. Блин, как же все-таки дорого стоит вливание энергии, ребята. Ух, как дорого. 62 тысячи. Ну все, должно быть, в принципе, вполне. И нам должно хватить на все. Так, где мои тут супер-пушки? Не знаю, или лазер ставить? Давайте так попробуем. И единственное, что меня не устраивает, это дамаг. 8789, это очень слабо. Так, ладно. Я уже на третьей позиции. Кто бы сомневался, о чем я, в принципе, вам и говорил. Даже выстрелить не успел. Слишком долго активируются эти лазеры. В принципе, за что я и поплатился. Так, а что у нас здесь можно изучить, ребят? Давайте глянем. У меня... Так, у меня три лапки, значит, я могу что-то хорошенькое сделать. Надо поставить, чтобы не прогадать. Я, конечно, склоняюсь больше к урону от циркулярок. Ну, можно, в принципе, еще тут глянуть, что есть. Лазеры, так, колеса, импульс, диски, обкатанные скутеры. Да, можно поправить... жизни валуна на 20%. Или энергию. Или вообще улучшить комплекты на урон. Тут также можно и на ХП. Ладно, ребят, наверное, давайте все-таки мы сделаем так, на 30%. Черт, и то хочется. Я даже не знаю, что лучше сделать. Тут у нас кастомный валун повышает здоровье всех валунов. Ну, и я все-таки склоняюсь к циркуляркам. Ребята, это все-таки мое основное оружие на валуне. И я думаю, чем больше у меня будет урон, тем лучше для нас. Так, у меня еще два жетончика есть. Их можно, в принципе, куда-то потратить. Но прежде чем потратить, ребята, можно, в принципе, посмотреть, что нам нужно. Вообще, мне интересно знать, что у меня за колеса. Так, давайте глянем. Это скутер.
Так, колесо скутера, понятно, все. Ну-ка, давайте-ка обратно. Где оно? Обкатанные скутеры. Это, наверное, оно или нет? Да, по-моему, как оно, вроде. Так, циркулярки. Давайте еще раз улучшим. Ну что же, 30% циркуляркам. Я даже не вижу смысла тогда вот в этой моей тачке, которая сейчас у меня стоит. Нам, наверное, придется все-таки переделывать обратно в мою любимую, так сказать, циркулярную тачку. Давайте выставлять сюда. Так, колесики, естественно, родные, которые здесь стояли. Так, это не то, а где мое мощное-то? Вот оно. Замечательно, хотя вот это тоже. Смотрите, уже у меня сколько? Почти 40 тысяч хп. И ставим, естественно, циркулярочки. Мои две штучки. Так, не то. Ну что же, вот эту ставим. И вот эту. Так, у меня по дамагу что получается? 11 тысяч, да? Блин, дамаг слабый, конечно. Ладно, и берем эту, как ее? Турбина. 30% для ракетницы. Ребята, слушайте, а может быть сделаем с вами так? Поставим эту турбину, выберем ракетницы. Давайте это продадим, потому что нам нужны будут деньги сейчас. Отличненько. И ставим ракетницы. Да, урон, конечно, у них слабый. Ну, просто ради спортивного интереса. Ёлки-палки, 7500 дамага. И это вообще ничтожно мало. Поэтому предлагаю нам немножечко усилиться. Давайте, наверное, лазер потратим. Отлично. Так, 7600 уже, да? Что еще можно влить? Давайте, наверное, вольем пилы, вот эти вот слабенькие. Это плюс 227, но все равно, ребята, мало, мало. Меня это не устраивает. 228 в плюсе. Так, уже 8000. Что еще можно бомбануть, а? Колеса у меня две штуки, давайте, наверное, какой-нибудь с вами потратим. Вот это слабенькое. Еще 227. Все это, конечно, хорошо, но, ребята, не дотягиваю я по дамагу. Ковш, нифига он не дает. Денег у меня тоже нету. Так, что у нас с турбинами? Ну-ка, вольем. Да ядрить тебя на коре, не хватает опять монет, а? Ведь тоже сейчас запоет про деньги. Ну да, так и есть. 5 кристалликов надо тратить. Нет, давайте, наверное, что-нибудь с вами просто продадим. Отлично. Надо еще маленько, не хватает. Все жалко, все жалко. Все скирдую, но сам не понимаю для чего. Вот, уже 78 тысяч у меня есть. Для ролика это значит, да? 30%. Вот так вот. Как бы и хорошо, и плохо, ребята. Деньги профукал. Толком ничего не повысил. Даже до 9 тысяч не довел, ребята, по дамагу. С этими турбинами, я думаю, ребят, далеко я не уеду, потому что у них отскок назад, и меня спустили уже на 5-ю позицию. Ёлки. Ой-ой-ой, ну что, давайте проверим. Да, как видите, ас меня разобрал. Хотя у него, в принципе, та же самая модель, что у меня, только вместо турбины у него стоит отбойник. Ладно, давайте Сауда попробуем. Черт подери, дерьмо все получается, ребят. Не ожидал, что, конечно, вот так вот я профанусь. Хоть опять ставь эти свои родные пилы. Тогда спрашивается, нафига я вливал столько материала в эти ракетницы, блин. Так, давайте, знаете, что я сейчас хочу сделать, ребята? В общем, вы сейчас сами все увидите. По-моему, отбойник-то у меня есть. Отбойники у меня есть. Так. Я надеюсь, все-таки у меня получится их подхватить и перевернуть. Ну что же. Да, я не спорю. Очень маленький дамаг, очень мало хп. Аса скинули почему-то. Ну-ка. Ах ты, елки-палки, он упал на меня. Я думал, что он упадет назад, тогда было бы все хорошо. Но не тут-то было. Ну-ка. Да, по ходу дела мой вариант полностью проигран. Ничего из этого не выйдет. Так, титан.
Ай-яй-яй-яй-яй, у нас... Да, смотрите, у меня 5000 урона, а у него 27. Надо думать головой-то, что он меня разбомбит моментально. Диметриус. Черта с два. Вот знаете, вот если бы был бы у меня спереди отбойник, я бы, когда к нему подпрыгивал, отбойник бы этот его откидывал. И он бы тогда падал. Ну а там, естественно, разбирай как хочу. Но у меня такой возможности нету. Хотя, если вот с этим попробовать, с этой машинкой, так, давайте-ка попробуем сделать вот так. Ну, естественно, подобрать колесики. Так, подожди, а где мои мощные-то колеса? Ага, вот. И вот. Ну и теперь осталось только какую-нибудь пушечку поставить. Где-то у меня. Давайте так сделаем. Опять же, ребята, говорю, я просто сейчас в данный момент экспериментирую. Так, поехали, Сауд. Отлично, вот про это вам я, ребята, и говорил. Все, теперь он просто мой. Разбираем. Хотя его, да, именно так. Стена его убила быстрее, потому что я бы его там колупал еще очень долго. И я упал на четвертую позицию, точнее поднялся. Так, ну вот и очередной... Ох ты, что такое случилось-то? Я что-то не понял. Не-не-не, только не приподнимай его, только не приподнимай! Давай. Отлично, все, аса мы тоже разбомбили. И должны быть на третьей позиции. Нет, все еще на четвертой, ладно. Так, а тут, блин, а тут, конечно, тут запара получилось. Как говорится, не сработал мой отбойник, потому что у него тоже был. Ладно, смотрим шейка. Черт подери, какого хрена ты не упал, а? Ты вот мне объясни. Ты же должен был рухнуть. Видимо, настолько тяжелый, что мой отбойник просто даже не успел его отбить. Да, а вот с этими ребятами бесполезно. Я уже в этом убедился, что их только лишь подкапывать. Ну, подкапывать вы поняли, что я имел в виду. Падай. Да ну нафиг, да хорош, Титан, успокойся. Нет, беспощадно бомбит. Ну что же, в принципе, этой экспериментальной машинкой я победил двух врагов. Вот, да, хотел сказать, вот под колесико бы ему занырнуть, приподнять его, и все, он бы был наш, но... По хпшкам я просто не вытягиваю. Два гребаных лазера разбивают меня в хлам. Давайте попробуем. О, я так вообще мало жизни стало. Тут только лишь если на скорость, ребята. Ну-ка. Так. Ать! Не успел. И вряд ли буду успевать, потому что очень мало жизней. Буквально на один выстрел я готов. Так. Ну, падай! Вот, в принципе, нет, только не вы... Нет, ну зачем ты меня оттуда выгнал? Я так хорошо там примостился. Ё-моё, этот ковш поганый, вонный, а. Черт подери. В принципе, можно было бы тоже поставить ковш вместо отбойника. Да, почти получилось, но безрезультатно. Черт, надо что-то делать, ребята. Ставим, наверное, обратно свою машину. Ёлки-палки, я еще эти не сделал, ладно. Где моя родная валуняка? Единственный, знаете, что вариант против башен подходит хорош. Это когда снимаешь колеса и пилами перелетаешь сзади его и начинаешь разбирать именно сзади из-под тишка. А тем более они когда не едут, а стоят на месте, то это вообще просто шоколад получается. Халявные, так скажем, победки. Ладно, ставим свою турбину. Ну и давайте попробуем, что на этот раз у нас. Поехали с Титана. Да, прям сам на пилу напросился, и плюс он еще добил меня своим лазером. Хреноватенько, конечно, все идет. Опять я на пятом месте. Да, с шейком бесполезно. Хотя мне бы немножечко дамага, и я бы его разобрал. Не хватает урона. Ладно, давайте с Титана еще разок. Черт, надо как-то придумать, чтобы перелететь через них. Скорее всего, так. В этом заключается победа. А так, я не... лицо в лицо бесполезно. Так, шейк. Нет, 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 не хватает, ребята, урона. Так что с ними просто бесполезно. Именно лоб в лоб. Надо как-то хитрить.
Бейсмугер, давайте глянем, что... Да, сейчас мне прижарит, уже прижарил. Разбомбил меня. Так, хомяк. Хомяк. Ну что же, в принципе, хомяк готов. Мне удалось его перепрыгнуть, так что... Готовченко. Одну медальку я забираю у него. И я на четвертом месте, да? Ладно. Ух ты, это какой-то новенький у нас здесь. Главное перепрыгнуть. Все, ребята, я его перепрыгнул и забираю медаль. Должен быть на третьем месте, по идее. Приподняться, так скажем. Да, так оно и есть. Ну, мне бы, конечно, в идеале первое. Опять бейсмугер. Черт, не получается его перепрыгнуть. Слишком высоко у него поднят передок, ребята. Так что придется что-то другое юлить. Титан еще разок. Нет, бесполезно. Я нарываюсь на его пилу, которая меня просто деребанит. И там он меня добивает лазером. Давайте еще разочек попробуем с вами завалить шейка. Точнее, атаковать. И, как видите, результат просто никакой. Ну что же, надо тогда делать что-то с машиной. Так, давайте вернемся. Выбираем мою тачку. Можно, в принципе, попробовать с золотым корпусом. Как вы думаете? Рискнуть. Так, слушайте, а если я попробую сейчас взять все-таки и сделать вот так? Давайте попробуем. Отлично. Теперь мы ставим с вами колеса. Не, давайте другое, наверное, все-таки золотое поставим. Оно больше хп дает нам. И я даже не знаю. Может, на одном колесе попробовать? Так, где турбина у меня? Это у меня назад получается. А мне нужна вот эта. И давайте попробуем, наверное, пилу. В результате получается маленький дамаг, но я хочу просто перевернуть ихнюю машину и там же добивать. Ах, елки-палки. Слишком высоко у меня задран нос почему-то начинается в начале боя. Это как-то очень плохо. Ладно, попробуем мугера. Что у нас? Почти, ребята, получилось. Но не хватает силенки еще дальше под него подкатить. Хорошо, давайте тогда с вами придумаем что-нибудь другое. Так, это мы убираем. Поставим все-таки золотой корпус валуна. Где он у меня? Ага, вот он. Отлично. Так, колесики. И, наверное, ребята, поставлю я ракетницы. Так, три, вот эти вот две. Одна и вторая. А сюда можно что-то влепить. Ну, я не знаю, давайте попробуем, наверное, ковш. Как говорится, была не была. Пробуем так пробуем. Так, бейсмугер. Получится мне приподнять его? Вот, вот. Ай-яй-яй, если сейчас... Да. Да-да-да-да, именно этого я и боялся, что он соскочит у меня с ковша. И, естественно, бомбанет. Так, а здесь у нас... Черт подери, блин. Сцепились вдвоем, но так как он неподъемный, я просто ничего не смог сделать. Ну-ка, Диметриус. Вообще без вариантов. Да, ну, что мне нравится в этой игре, что можно пробовать разные, ребята, разные варианты. Черт, ну тут вообще уж бомбит так бомбит. Просто не дают мне даже шанса, ребята. Это значит, получается, у нас Титан, Шейк, это башни. Бейсмугер. Ну, еще разок попробуем. Черт, вот побольше бы дамага, и все, я бы его разобрал. Но, как видите, ни черта у меня не получается. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно. Давайте, наверное, с вами еще разочек переделаем. Так, давай, родная. Да что такое-то? Не пойму я, чего вы не одеваетесь-то? Вот. И... Ну, я не знаю, может быть... Лазер можно было бы поставить, в принципе, да? Но он долго перезаряжается, поэтому давайте обратно циркулярку. Пробуем. Как говорится, ничего не теряем, кроме нашего времени. Так. Отлично, ребята. Все, мугер мы здесь сделали.
На какой позиции должен быть? Ага, на второй. Так, ну давайте попробуем шейка теперь. Нет, тут без вариантов, я даже не успеваю к нему подъехать, как он меня уже расстреливает. Так, шейка был. Так, теперь Деметриус. Так, с Деметриусом практически та же ситуация. Я ничего не успеваю, он меня раздеребанивает. Ну-ка, Титан. Титан у нас с одним лазером, но зато с мощным. Плюс вот эта пила, он меня поднимает именно на нее. Да, хреновато. Но, тем не менее, ребят, я на втором месте, меня это вполне устраивает. Надо было ящик-то, конечно, сразу активировать. Столько времени потерял зря. Да, даже на быстрой игре я ничего не могу сделать. Мне нужен ящик, ребята, поэтому... Так, черт подери, даже Джонса это меня выиграл. Ух, да. Все-таки моя зеленая корпусина лучше. А лучше она, знаете, в чем? В том, что у нее турбина есть, которая ставится наверх. На нижнем ярусе она не очень-то хорошо действует. Поэтому давайте вот так обратно мы все и сделаем, как у меня было. Если бы у меня был бы вот такой золотой корпус, как этот, я был бы очень доволен, но его нету. Так, и где мои родные пилы? Иди сюда. Так, и ты тоже. Давайте на быстрой игре зарабатывать себе ящик. Так. Нет, нет, нет. А, разбомбил. Вот зараза, что за непруха. Давайте еще раз. Ну, запомните, ребят, я здесь на втором месте в данный момент. Ха-ха-ха. Иди сюда, собак. Все, разбомбил я его. Не дали еще ящика? Еще пока нет. Так, а это у нас Болгария, которая меня разобрала. Черт, я такими темпами никогда не заработаю себе на ящик. И это говорит о том, что надо что-то мне... Оу, слепи, прости, родной. До сих пор не получил. Так, тут отбойник. Ну, да что ж такое-то, а эти корейцы, они уже достали на самом деле. Непобедимые какие-то. Эмма. Ну, хотя бы Эмма-то победим. Есть, 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 есть. Оу, ящик, да? Ну что же, очередной у нас бой. Бесполезный. Как видите, меня сразу снесло этими лазерами. Да, очень-очень плохо. Надо будет мне в дальнейшем что-то поменять. Как-то апгрейдиться, усилиться. И потом мы с вами продолжим. Но в данный момент я на втором месте, что меня, в принципе, вполне устраивает. Ну, а на этом, ребята, я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся в следующих сериях. А на этом все. Всем пока, ребята. Thank you.